Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Желаю, чтобы в этом году с вами случилось самое настоящее новогоднее чудо. Ну а сейчас для поднятия праздничного настроения, по традиции, я предлагаю посмотреть ляпы этого года на канале Англичанка. Итак, блюперс. Поехали! В городе было ни души. В городе не было ни души. Это единственное в Великобритании. А мама стала часто приезжать. Надо сверлить. Вспомнить, что тогда, где поселились, в отель. Кто это тут пришел? Ну иди сюда. Ой, пусечка моя, золотусечка. Да? Я тоже хочу послушать, что ты тут про Феликс-Тоу рассказываешь. Ладно, побегай туда, побегай. Конечно, мой маршрут был организован туристической фирмой. Мне подарили вот такую вот фенечку. New Scotland Yard. Что там еще было-то? New Scotland Yard Tower 42. Существует кладбище под названием Макгрейвен. Сигнализация против угарного дыма. Сигнализация против угарного дыма. Как она была построена, абсолютно случайно. При перепланировке отеля, который находится рядом со станцией Ливерпуль-стрит. Отдав за это популярное место под солнцем баснословные суммы. Город выбирали среди пяти мировых столиц. Я сказала, что 13 июля я уже уезжаю и отдала свой билет Вике. Чаще всего перевозили овечью шерсть и бананы, который раньше назывался Великий Восток, Great Eastern Hotel. Мне подарили вот такую вот фенечку. Сегодня я расскажу о том, как мне удалось попасть однажды в лондонский храм Московского Сити. Масонский храм лондонского Сити. В Колчестере мы вышли на бесплатный кусочек торта с кофе. Это был период демонстративной роскоши, когда Великобритания развивалась невероятными темпами. Когда они ушли, автобус вновь погрузился в сон. В таком готическом стиле выставочного зала и крытого катка в зимнее время. Предстояло демонтировать одну стену, чтобы открыть проход в прихожую, который является самым крупным портом в Соединенном Королевстве по контейнерным перевозкам. Дворец принимает турнир по снукеру, где можно открыть крышечку и понюхать запах там свежей краски. Оторвался. К западной границе прилегает район Челси, к восточной границе прилегает район Челси. Это недалеко от Оксфорд-стрит, в районе станции метро Джеймс Бонд. Выполнен в виде зеленого купола с огромной пятиконечной пламенеющей звездой в зодиакальном
в зодиакальном круге. Проходят по набережной реки Челси. То есть запускали прямо пингвинов То есть запускали прямо попугаев, чтобы они летели над зрителями и прилетали обратно.